Мені там, несмотря на то, что ФК Кременчук должен отыгрываться, все-таки большую часть атак проводят игроки команды Интеравто. Пользу команды Интеравто. Thank you.
составляет 5-1. Осталось 14 минут до конца поединка. До конца матча счет по-прежнему составляет 5-1 в пользу команды Интеравто. Thank you.
Кравчук совершенно мало времени для того, чтобы отыграться, но оно еще есть. Минут матча в запасе у обеих команд.
5-3 и осталось больше 2 минут. До конца поединка Интер Авто забивает 6-й гол.